Всем добрый день, это Виталий, компания Boston Technic. И сегодня вашему вниманию я хочу предоставить вот такой вот пресс-подборщик. Пресс-подборщик в рабочем состоянии. На хозяйстве их находится две штуки. Конечно, нужно будет приложить руку. Прежде всего, не используется уже более 3 лет, получается, данный пресс-подборщик. Вот. Есть сварные швы, как бы я максимум попытался приложить фотографии всех. Прежде всего, хозяйство купило себе, соответственно, импортный. Вот. Ну и данный пресс-подборщик продают. Обращаю ваше внимание. То есть, ну, прежде всего, что нужно будет здесь сделать? В обязательном порядке смазать все движущиеся элементы. Вот, потому что все это стоит на улице, да, там ржавчине и так далее. То есть от старости, конечно, ну, могло что-либо произойти. Вот. Значит, по факту, что по документам в численном хозяйстве, что на шильдике ПРФ-180Б 2008 года, все это сходится. То есть это пресс-подборщик 2008 года, который находится в рабочем состоянии. Вот, карданчик в наличии. Так что, кому необходимо, обращайтесь. У нас уже все есть.